При этом струнадёр вот такой вот очень красивый, редкий, в общем, крайне интересный инструмент мне наконец попался. Потому что это у нас кто? Это у нас Music Man, модель Стива Морза, причем уже, наверное, вот последняя модель Стива Морза, которая называется SM, ну, Steve Morse Y2D. Вот здесь гордо об этом написано. Значит, по сути, по форме это все очень напоминает и навеяно, конечно, моделью Music Man Silhouette. Вот. А на самом деле, ну, я думаю, что все знают, то есть Стив Морс – это как бы гитарист-виртуоз, вот без дураков, причем крайне интересный. А большинство его знают и в основном не любят за его игру в ансамбле Deep Purple, да. Вот, долгое время он там, значит, замещал орла нашего Ричи Блэкмора. Вот. Ну, так как Стив Морс, он человек со своим совершенно стилем, да, игры, то, конечно, может быть, он там кого-то раздражал. Вот. А я, честно скажу, что я про него узнал только, не то что узнал, а я про него много как бы узнал в связи со своими любимыми гитарами. Одно время очень нравилась гитара Fender Lead. Вот. А он был, когда их выпустили в 80-м году, по-моему, был из известных гитаристов, играл он и Клэптон на этих гитарах, ну, как бы, или представлял. В основном Стив Морс. Вот. И тогда же была у него совершенно фантастическая команда Dixie Drags. Это такой кантри-панк или что-то такое, или кантри-фанк-панк, то есть играли они дико замороченную музыку, в основном с кантрюшными заходами, но очень своими. Вот вообще он такой немножко начинал именно с кантри, и был у него такой, значит, такой полный вообще, то есть, ну, если кто-то видел вот первую гитару Стива Морза, это был такой телек с прикрученным грифом от Фендера, значит, с большой головой, куча всяких датчиков, там вот так все вот было бокосом и наперекосяк, вот, и эта гитара как бы достаточно известна. Потом у него появился уже, значит, свой именной Стив Морз, этот, как его, господи, Music Man, синего цвета, с очень похожей конфигурацией датчиков, как на том вот Франкенштейна, а потом уже вот появился вот это вот Y2D, значит, в разных цветах, то есть она такая благородная, уже красивая, вот никаких вот бокосом вот так датчиков здесь нет. Вот, гитара крайне интересная, я сейчас немножко что-нибудь поизображаю в 65-й амс, а потом еще расскажу о своих ощущениях. То есть инструмент крайне вариативен, как и, в общем-то, видимо, товарищ Морс. Потому что я, например, тоже недавно совершенно узнал, что его там приглашали в трио вместо, по-моему, то ли Эл Демиолы, там Маклафлин, Пако де Луси. Вот, и он там с акустикой много выступал. Я уже потом посмотрел, что да, на ранних концертах у него много номеров акустических. Вот. Еще были какие-то проекты, то есть он, конечно, говорю, совершенно, ну, такой очень виртуозный, очень разноплановый гитарист,
Вот, и я думаю, что даже, может быть, Deep Purple он играл не совсем то, что ему там, его душе там было угодно, но это не важно, да, это мои предположения. Вот, значит, это мои сугубо предположения, но он профессиональный человек, как бы его позвали, там хорошая зарплата, почему нет? Вот, вообще музыкантский хлеб, там он штука такая, это тяжелый хлеб достаточно. Вот, ну вот сейчас его ушли оттуда, и он там, ну я не знаю, чем сейчас занимается. Но эндосерство, видимо, у мюзикмена это у него есть. Вот, говорю, два именных инструмента. Вот, так вот, значит, разноплановость. В чем тут заключается? Значит, очень мощный нек. То есть, наверное, самый мощный из всех. Даже вот Гибсон тут с ним, наверное, даже не сравнится. Мощнейший совершенно нек. Мощнейший бридж. Отсечка на бридже на синглы. И дальше пять положений, соответственно, разных там более сингловых имеем. Но опять же говорю, что Морс, он немножко контрюшный телекастерский такой чувак, да. Вот он может там много чего напилить там и чикен-пикеном, и всем чем угодно. Вот и, возможно, вот этот датчик он сместил именно вот сюда не просто так, а чтобы было удобнее цапать. Например, я так думаю, я не знаю. То есть можно почитать. Я уверен, что про эту гитару написаны вот такие простыни там, значит, разных в зарубежных интернетах. Почему нет? Вот. Можно это все поизучать или в Википедии. Там, в общем, я думаю, есть статья, но мне просто, честно говоря, было лень это читать. Я вот практик. Мне интересно гитару взять в руки. Вот. Да, корпус у нее, кстати, из тополя. Вот. Этот, естественно, кленовый топ. Вот. Гриф птичий глаз, как обычно в мюзикменах, но я должен сказать, что гриф немножко тоньше, чем обычно на силуэтах. Он и такой, он круглый, но потоньше. Вот, вообще у силуэтов такие немножко округлые сзади грифы, такие очень приятные. Здесь это, здесь немножко меньший радиус. Ну, вот имеется в виду радиус не вот здесь, а радиус сзади, да. Ну, это такие вот тактильные ощущения. Здесь вот так залезно все. Ну, вообще, я говорю, силуэты это одни из самых удобных инструментов. Вот, и что силуэт, что эксис. Сейчас, кстати, будет обычный силуэт там, по-моему, хамп сингл хамбакер. Вот, посмотрим, скоро у меня появится классический силуэтик. Вот. Ну, а это такой, ну, это такой супермодерновый и инструмент такой роковый, конечно. Вот, хотя на чистом звуке, говорю, здесь такой, ну, не телекастерский звук, конечно, но что-то вот туда, то есть такое остренькое. Вот, давайте сейчас я попробую на грязном звуке тоже что-нибудь поизображать. Я близко, конечно, не могу играть ничего там из Стива Морза, я вообще не понимаю, как он играет, это что-то, по-моему, запредельное, да, для меня, во всяком случае. Вот. Говоря, больше я, наверное, сказать ничего не могу. Говорю, да, ну и очень красивая гитара. То есть, почему вот такой цвет взялся? Может быть, это навеяно названием Deep Purple, вот тоже такой глубокий пурпурный или что-нибудь подобное. Вот там, по-моему, есть еще синий вариант. Вот, а значит, то есть, я теперь знаком с двумя гитарами Стива Морза. Я хорошо знаю Fender Lead, мой любимый, ну, в прошлом уже, да, потому что, как бы, сейчас... И если, кстати, вам попадутся американские Fender Lead, обратите внимание, гитары замечательные. Невзирая на то, что они в свое время позиционировались как ученические, но вообще они, конечно, блин, такие мощные, так круто. Мне очень нравились эти инструменты. Вот, то есть, такой телекастер и стартокастер в одном флаконе практически. А вот, и вторая вот это вот, SM-Y2D. Вот, синенького его вот такой силуэта до, вот, ну, скажем, предыдущей версии у меня не было, ну, а Франкенштейн Морзовский, я даже не знаю, делает его Fender или не делает, может быть, и делает, да, но у него очень смешная была первая гитара, на которой, как бы, он вот отметился в начале вот своего творческого пути. Надеюсь, Саша Ростовцев по возвращению из отпуска тоже запишет этот инструмент так уже по...
более профессионально, так по-честному, значит, тоже, наверное, что-то скажет того, что я упустил, вполне возможно, да, но я еще раз говорю, я любитель, он профессиональный товарищ, я абсолютный такой любитель-диванщик, вот, и мне вообще нравится вот все эти игрушки там трогать руками и что-то на них цапать. Вот примерно так. Вот, гитара в лавке, гитара, значит, гитара продается, гитара обменивается, гитара редкая, красивая, вариативная, обратите внимание. То есть это как бы хочешь рок играй, хочешь песни пой. Вот, кейс присутствует мюзикменовский, естественно. Ну и состояние инструмента, кстати, первозданно замечательное. То есть, ну вот немножко сзади есть пошоркости от ремня, но их даже особо не видно. А спереди так вообще красота, ни сколов, ничего здесь нет. Ну и датчики, кстати, все тоже подписаны на Steve Morse, Steve Morse, Steve Morse. Говорю, нек просто выдающийся мощи. Вот. Я думаю, на этом обзор можно закончить. Я прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.